Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Слендер Прибытие. И у нас задание осмотреть округу. Ну что ж, осмотримся. Может, найдем что? Я думаю, нам надо идти туда. Потому что тут какая-то фигня стоит. Дом какой-то. Не из лучших, конечно. Ну да. Пять. Я где-то дофига этих записок пропустил. Сегодня на встрече с врачом я снова упомянул ему об этом. Он хочет, чтобы ты как-нибудь приехал ко мне просто поговорить с ним. Я думаю, это хорошая идея. Он также сказал, что если посмотреть проблеме в лицо, это может ее решить. Не волнуйся, я не сказал ему ничего конкретного о том, что произошло. Я думаю, мы должны вернуться в парк за дом твоей матери в ближайшее время. Вероятно, если мы будем там и ничего не увидим, то это поможет нам избавиться от нашей дурацкой проблемы. Опять темнеет, что ли? Все заколочено тут. Я надеюсь, тут тупик. Потому что я не очень хочу туда идти. Внимание, шахты Кулмана. В случае внезапного отключения электричества, все сотрудники должны как можно быстрее покинуть шахты на аварийных подъемниках. Чтобы активировать подъемники, необходимо включить аварийные генераторы на первом этаже комплекса. Чтобы подъемники работали на полную мощность, необходимо включить как минимум 6 генераторов. Если вам необходима помощь, пожалуйста, обратитесь к диспетчеру. Значит, мне их включать надо? Ведь не зря эта бумажка здесь, да? Да, вон. Похоже что-то на него. Так, зачем я сюда вообще пошел? Местный парк продает землю компании шахты Кулмана. Правильно продают. А, вот стрелочки. И вот. И вот. Добраться до башни. Похоже, это наша цель. Нет, нет. Наверх надо. 1 из 6. Так, еще 5. И сразу открылась тут дверь. Как он тихо работает-то. Так, вот еще один. Нет, 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 нет. У кого-то было дофига времени, чтобы тут все изрисовывать. Так, и тут пусто. Так. Опа. 3 из 6. Хорошее начало. Какого врага, блин, ослеплять мне надо? Какого врага? Слендера? Я надеюсь, Слендера? Так, там я уже включил. Ладно, я буду ходить. Ох, чё это за тварь-то?
Иди в задницу. Тут же свет горит, она сюда не выйдет. Так. С этой стороны тоже дверь открыта. Ты, мелкая. Животное. Ох, ё! Иди в задницу. Зря я подошел. Еще и Слендер. О, братан. Отвали. Отвали. Где генератор, блин? Двигай булками. Женщина. Я не хочу, чтобы это животное на меня прыгало опять. Давай. Вот тут вроде он стоит. Да. Еще два. Слендер, лучше по-хорошему отстань. Совет тебе мой. Так. Я здесь был, нет? Да, я здесь был. Это нет, нет. Надо обратно идти. А не в той части где-то. Ах ты мелкая фигня! Иди в задницу. После того, как она меня бьет, я медленно хожу. Она меня калечит. Необходимо выбраться. Вообще, был бы ствол, реально. Столько бы проблем сразу решило. Так. Я здесь, надеюсь, не был. Ну, конечно, давай походкой такой, медленным шагом пройдемся. Так где остальные-то? Еще один. Вали. Шипит она еще там. Ща я тебя фонариком искалечу. Будешь ты за мной бегать. Так, это сортир. Тут коробки всякие. Так. Как-то стрёмно, я ее из виду потерял. Где генератор? Так, я здесь был, вроде я вот так, хоп.
Что-то затихло все. Ага, бежит. Так, там я включал. А здесь я не заходил вроде. Да, вот он. Fuck yeah. Осталось подняться. Ох, ноу! Оставалось подняться. Надо было фонариком мутузить. Так, ладно. Надеюсь, в этот раз будет лучше. Сколько я могу 3 ее прыжка выдержать? Точнее, 2. А после 3-го все. Так, наверх пока не пойдем. Хотя нет, пойдем. Отвали. Я всего 3 включил. Так. Заблудился я, однако. А ну, кыш! Ладно, пожалуй, стоит подняться по лестнице. Так, вон там стоит, да? Давай. Еще 2. Где же они? Где это чучело-то? Куда оно делось? Так, еще один. Так, я там включал, да. Ох ты, вот он. Бежим. Только попробуй выдохнуться. Блин, а! Беги! Как быстро! А ну... врубай! Без тебя я уеду. Мартышка. Фух! Я надеюсь, тут то же самое не надо будет делать. Это жестоко будет слишком. Вот мы и выбрались.
ладно. Фонариком я пока пользоваться не буду. Тут я не пройду, как я понимаю. А хотя конверт. Кейт, я оставляю эту записку на случай, если ты проснешься сегодня ночью. Уверен, ты не вспомнишь, что и произошло. Я зашел проведать тебя и нашел в парке за домом. При тебе были сломанная видеокамера и сумка, полная странных рисунков. Я не знаю, что там произошло, но теперь ты в безопасности. В безопасности. Врачи помогут тебе. А тебе они не помогут. Так, вниз стопы. Так, вот туда мне надо идти, да? К этому маяку. Он на рисунках на всех был. Мы уже почти добрались. Здесь я поднимусь. Да. И еще конверт. 10-й. Рад, что тебе лучше, но этот дом слишком близко к лесам. Он сильно изолирован, ты должна уехать. Я знаю место, где, как мне кажется, ты будешь в безопасности. Я поеду с тобой, потому что в моем доме теперь тоже небезопасно. Я наглухо забил все окна, но до сих пор чувствую себя незащищенным. Я уже несколько недель не могу нормально спать. Я так устал. Давай уедем отсюда, Кейт. Обещаю, я позабочусь о тебе. Обещает он. Я уже на полпути к спасению. А он тут все еще обещает. Так, флаер чей-то. Опять мне куда-то идти надо будет, да? В замкнутом пространстве. Я хочу умереть. Ясно. 11-й. Снаружи, я должен... Умереть прежде, чем оно поймает меня. Прости меня за все, это моя вина. Все утекает из моего затылка, у рук есть зубы. Пожалуйста, никому не рассказывай, я любил их. Оно возвращается, прячься. Ты это видишь? Телек. Э, офигели, что ли? Как закрыть-то? Так это закрыто или открыто? Вроде закрыто. Так, тут открыто. Ну, это хотя бы вроде как полегче. Чем генераторы искать. Так, закрыто. Так, одно открыто, да? Было. Дверь, быстрее. Да ё-моё, закрой, женщина! Дверь в первую очередь надо закрывать. Думаешь, я тебя не вижу? Кто открыл дверь? Ах! Твою мать. Чуть не родил. Ах, ёп. Я надеюсь, мне в гараж никакой не надо будет идти. Что ты в моем доме делаешь? В какой комнате, блин? Мне же окна закрывать надо.
А, вот почему оно разбито было. Да, я понял. Я уже иду туда. Так, это не туда. Или туда. Я здесь пройду-то хоть? Вообще вроде нет. Я не понимаю. Да, я вижу это. Тропинки нет здесь, вроде как есть. Но... А, вот оно что. Ну ладно. Еще конверт. Дом нужно покинуть. Он больше не может меня защитить. Надо было какого-нибудь священника позвать. Маяк уже близко. Наше спасение. Что это? Встретимся на улице через час. Я оставил список необходимых вещей. Больше ничего не бери. Все объясню при встрече. Я знаю, как все исправить. Не говори Лорен обо мне. Что написано? Нужно это закончить. Это так просто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне очень жаль, что все так получилось. Это не твоя вина, я это сделал. Когда ты это прочтешь, будет уже слишком поздно для себя. Не позволяй ему войти еще в чью-то жизнь. Это все моя вина, все может закончиться на тебе. Я впустил его, о чем я только думал. Прости, что взвалил на тебе этот груз. Хотел бы я, чтобы на мне все и закончилось. Нельзя дать распространиться этому дальше. Прошу, это должно закончиться на себе. Я бы хотел, чтобы был другой путь. Конец близок, Господи, прости меня. Ты помог ему прийти, закончи это. Ты знаешь о нем, он знает о тебе. Тот, кто это писал, похоже, уже с ума сошел. Как я могу это закончить-то? Горящий лес. А где маяк? А, это он там стоит. Щупальцами своими машет. Ладно. Я ведь не убегу. Не убегу. Я не знаю, куда бежать. Да все полыхает. Издеваетесь, что ли? Вот, вроде тут ничего не горит. Кроме него. Я надеюсь, мне сюда бежать, а то я назад бегу. Или в тупик бегу. Где конец-то? Я даже маяка-то не вижу. Ух. Ну, бежим куда-нибудь. Я добежал.
фонаря нет. Тупик, да? Ключи от той двери. Да открой ты чего, парень? Как он мог сдохнуть? Сейчас и камера сядет уже. Так. Я подвел тебя. Камера. Зачем ты пришел сюда? Беги. Чё это, ё-ма? А! Твою налево! Тот парень остановился у моего дома, расспрашивал про моего сына. Я сказал ему, чтобы убирался. Он становился все более настойчивым. Я все еще вижу его, я продолжаю смотреть на него. Это не может быть, он... Я знаю, что не может... Но это так реально. Куда бы я ни пошел, я слышу его голос, но звучит так, будто он страдает. Будто это не тот сын, которого я знал раньше. Я не могу сбежать от этих мук. Этот человек – существо. Оно насмехается, оно пожирает мой разум. Может, я сам делаю это с собой? Я виноват в том, что Чарли пропал. Меня суют или наказывают. Я должен покончить с этим. Нужно очистить это место. Больше никаких страданий. Никто не заслуживает такого. Все закончится здесь. Что это вообще такое? Кейт, это так захватывающе, правда, вся тайна. Пропавший мальчик наблюдение поджег. Я рад, что могу разделить это приключение с тобой. Я не могу помочь, но мне очень грустно за мистера Мэтьюсона. Он многое потерял. Хотел бы я, чтобы он дал мне помочь ему. Так же, как ты помогаешь мне. Может, я смог бы спасти его. Раз я не могу помочь ему в жизни, может, я смогу помочь ему сейчас. Я обещаю узнать, что произошло с его сыном, чтобы душа могла успокоиться. Спасибо еще раз, Кейт. Жду не дождусь наших приключений. Кто-то ноет там. Лестница. Сейчас скример будет. Это тот сожженный дом же. Так. Надо быть готовым к скримеру. Так. Женщина, ты чё плачешь? Ох!
Это нас, что ли, утащили так? И это был конец? Похоже на то. Конец был каким-то очень странным. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был Рейвен.